Итак, мы продолжаем играть в Shadow Warrior. И мы на сложность безумная проходим ее. Осталось совсем чуть-чуть забрать второй меч. Найти третий меч. Или мы второй забрали. Кстати, я не помню, забрали ли мы второй меч. А, в доках нет. Мы сейчас хотели забрать второй меч в доках. Потом за третьим мечом мы идем в... к своему боссу, который уже на мне босс. А, тут же здоровяк, блин. Ну, точно, тут злой здоровяк. Ну, кто он такой вымахал большой? О нет, о да. Не бей меня. Что ты? Не такой и сложный ты оказался. Отойдем подальше, не психуй, успокойся, просто умрешь быстренько и все. Успокойся, друг. Давай отдохнем. Чё ты орёшь? Успокойся. Тихо. Чё смотришь, не смотри на меня? Отстань. Уйди. Уйди. Чёрт. Да нормально, успокойся, успокойся, друг. Почему до меня раньше не дошло это, а? Что тут он такая фигня есть? Тихо, тихо, успокойся, успокойся, успокойся. Да успокойся, блин, сколько тебе надо нанести тут время? Тихо. Тихо, 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 тихо. Успокоительный ох. Бить бисерка в обычное. Да ёпарайся ты. Серьезно? Идите сюда, давай, каждый по одному. Ты повоевать, да? Давай, повоюй, давай, повоюй, иди сюда, иди сюда. Давай, 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 иди сюда ко мне, мои малыши. Теперь меня быстро запалить, да успокойся, все в порядке. Мы сейчас их всех поднесем. А, тут некромант, блин. Ладно. Я думаю, что за слишком сложно все. Да, успокойся, братья.
Некромант, некромант. Тихо, тихо, тихо. Чего ко мне присобачились? Отстань от меня. Так, стоять пару секунд. Мне нужно ответить на звонок. Так, все, простите, теперь продолжаем играть. Тихо. Так, так, так. Тихо, тихо. Вау, чувак, 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 покажи. Тихо, 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 тихо. Сначала некроманта убьем. А ты заколебал, что я тебе сделал, Саня? Так, все, этот успокоится, сейчас этот умрет. Давай быстрее перезаряжайся. Мне нужна твоя голова. Дай голову. Ой, тихо, тихо. Успокойся, успокойся. Кто еще? Кто еще? Кто еще? А, эти фикси. Иди сюда, иди сюда, моя дорогая, я сейчас расконцаю каждого из вас. Все, успокойся, я сейчас расконцаю. Успокойтесь все вы. Сердце мне не нужно, где-то голова еще была, вот она, моя голова, какая вкусненькая. Теперь можно тут все забрать.
Так, перезарядка тут. Ой, тут ничего нету. Револьвер есть, все отлично, да. Так, у нас одно очко кармы. $3200 у нас пока нет. $3200, 4000. Да блин, 2500. О, 1900. Перезарядка быстрее. Это очень как нужно, да. Мёд ещё. Ладно. Кристалки нету. Навыки. Те, кто вкусил на реки, слушай, кем я знаю, с нас кроме похищения душ длится 50 дольше. Ну, давай выучим, мало ли, пригодится. О, ящик, два ящика целых. Все, давай, открывай. Я готов. Тебе придется убить ее, Ван. Но тогда она засет обратно в мир теней прямо к хозяину шепчет, и нам придется забрать его энергию Ки, как у Кодзи. Чтобы Энра не пожертвовал бы своей память. Нет, это кто-то из его марионеток. Значит, другого пути нет, если хочешь попасть на землю, нет. Но погнали. Привет, солнышко. Ах, не хочется мне тебе. Отдай мне это. Ладно, хоть за дело. Ох, черт возьми. Разве это не самое сексуальное? Вау, Владимир. Да нифига ты не любит, вау. Ах, не хочу тебя убивать, но надо. Не смотри на меня так плохими глазами еще. Ты что натворил? Вот какую благодарность я получаю за победу над Сином, спасением Энра. Я заслужил, по крайней мере, взглянуть на тебя, сестра. Но нет, ты слишком драгоценна. Когда мы нашли Ходзи и увидел его изобретение, я не понял гнева Эндры. Энра изгнал Ходзи, теперь я понимаю, что привело его в ярость. Обычный голем, наделенным лицом божества, священный облик, отпечатанный на глине. Без тебя мир начал умирать. Но я не снимал брони, созданной моим избранным братом, и продолжал ждать. Энра говорит, что для твоего пробуждения один из нас должен быть уничтожен. Для этого великого ритуала требуется великое оружие. Кто принесет Нацибу Кага в этот мир? Теневые создания сгорают от него, но богоугодная поделка Ходзи – существо без души. Кажется, твой вызывающий нашел таки свое предназначение. И я должен заплатить цену, чтобы забыть тебя навсегда. Это совсем не цена. Так что спи спокойно, сестра. И береги свои драгоценные слезы. Бог свидетели, они тебе скоро понадобятся. Глава 11. Как и подобает червю.
О, боже мой, это было интересно. Какого хрена, Ходжи? Ты один из древних, почему ты не сказал мне? Ты создал шепчущих? Подожди, не кричись, не включай прокурора. Я придумал эти вещи, но если не ошибаюсь, я сделал только одного Энра. Позже создавал свою собственную. Я не отвечаю за действия моего брата. Что это твой брат? Они все эти деревни, они все мои братья. Не было подгорячего момента, чтобы об этом рассказать. Зачем ты создал эту шепчущую замечательный друг? Я с собой сыграл. Память о том, почему я сделал эту заключенную шепчущую, которую я сделал, умно, очень умно. Разумеется, гений. Мы все совершаем ошибки. Я разрушил свою память. Ты работаешь на мегаломаниак, под который человечество продано с корнем. Мне нужно попасть к Зиле. Я не думаю, что без тебя отпусть, но если что-нибудь попробую, что будет, это черт меч, тебе прямо в сердце воткну. Ценю твою прямоту. Учись. Прямота всегда подкупает. Слушай, просто заткнись на минутку, хорошо? Но Энрен на зубуга, чтобы принести в жертву одного из своих, он пытается разбудить нас Райт. Что он хочет? Крушить батон на мой мир, значит, имеешь дело со мной. Ну, пошли и разнесем всех. Что нам делать? Что якорь мне в печени? Что это такое? Внешние врата. Мэдзу охраняют их. Отчего? Будто я знаю, думаю, даже Мэдзу не знает. Приказ Энера. Да, сэр, нет, сэр. Три полных мешка, сэр. Именно так. Ну, пошли. Привет. Солнышко, ты где? И где охранники тут? О, красивый отблик. Что-то мне не нравится к нему идти, если честно. Там он, там наверху, он спит. А ты как думаешь, он же страж, начнет кровать рот, и это его разозлит. Выбери печать. Не хочу выбирать печать. Может, договоримся? Вот почему нельзя просто подойти к нему и договориться с ним? Печать Лованг, заставь его приземлиться. Быстрее, 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 быстрее. Тихо, 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 чуть-чуть. А вот и он. Привет, чувак. Что ты тут забыл? Так, ну хоть у него броня есть тут. Нифига себе. Ладно, нормально. Тихо, отстань от меня. Ну хоть другой босс, так.